Temur o'gitlar o'g'lingda, to'maris yuragi qizingda, yoshlaring zo'r kuch izingda, ilhomim parisisan vatan. Bepoyon bog'laring kezaman, qadring lahzada sezaman, yana qayda bor bunday chaman. Ilhomim parisisan vatan. Rahmat, bayramingiz muborak bo'lsin yana bir bor. Это специальный праздничный выпуск стендап-шоу на телеканале Зор ТВ. Всех с праздником, всем здрасте. Невероятно талантливый, невероятно выдающийся. Можно я вас буду так называть? Ведь вы сами ранее меня об этом попросили. Поэтому, когда я в Ташкенте, я не езжу на метро. Я катаюсь на метро. Прошел Спарк, он просто стоит. Прошел Некси, он просто стоит. Проезжаю я, он провожает меня удивленным взглядом. Это чистая правда. Я родился в День независимости, 1 сентября. Согласитесь, вот... Странно, когда кореец оправдывается, почему он говорит на русском, а не на узбекском, да? Вот есть где-то секретный факультет хорматологии. Добрый вечер, друзья! Всем здрасте! Всех очень рады видеть. Это специальный праздничный выпуск стендап-шоу на телеканале Зор ТВ. Всех с праздником! Всем здрасте! Это наш общий праздник, светлый, замечательный день. 26-я годовщина со дня обретения независимости Республики Узбекистан. Аплодировать надо еще громче, ребят, я вам подскажу. У нас в гостях Магометали Идаятов, ведущий радиостанции «Узбегим Таранасы». Если кто его не знает в лицо, то голос его наверняка все знают. Привет! Ассаламу алейкум, азиз мехмоль наш. А, нет, это не он, по-моему. Поздоровайся, как добрый, добрый вечер. Вот добрый он, вечер. Этот голос, друзья. Да, давайте аплодировать. Теперь узнали Магометали Идаятов. Ребят, прекрасно выглядите. Ой, спасибо большое. Так приятно получать комплименты от мужчины. Невероятно талантливый, невероятно выдающийся. Можно я вас буду так называть? Ведь вы сами ранее меня об этом попросили. Продолжай, продолжай. Давай, давай. Магометали, рассказывай, как ты попал на радио? Позвонил, сказал, здравствуйте, вам нужен ведущий? Они сказали, нет, нам до этого звонили, Тимур, Камиль какие-то вопросы глупые задавали. Нам хватит всего... И вообще не беспокойте нас в эфире, да? Я говорю, не-не-не, я другой, я не такой. Они говорят, ну все. Ну ты в итоге да, прошел собеседование. Пришел и на радио, да. Я, соответственно, озвучился. Буквально через час, наверное, мне позвонили, сказали, добро пожаловать. Удачи, я не знаю. Сколько лет уже работаешь? Так, более 12 лет. За 12 лет, да. Давай нестандартные вопросы. Давайте. Синтетика или полусинтетика? Новая рубрика стендап-шоу от Тимура Алиева. Нестандартные вопросы. Давай, поехали. Итак. А где вот эта заставка? Мы ставим, там монтаж у нас есть. Магомед Али. Радищик, ребят. Магомед Али. Так, первый нестандартный вопрос. Вот. Смекалка хорошая. Это звукорежиссер, это не смекалка. Мы продолжаем рубрику нестандартных вопросов. Магомед Али Идаятов, кто вас пригласил в шоу? Вы это называете... Шоу. Да. Все, закончили женскому рубрику голосу. Нестандартных ответов. Помните, вот эта вставочка такая интересная. Какая? Это когда заканчиваются интересные вопросы. Так у нас их не было сейчас. Вот! Спасибо. Как этого человека зовут? Сверчок. Сверчок. Сверчок Шинтасов. Так, вот я хочу сказать, что очень креативный у вас звукорежиссер. Молодец. Это Сверчок. Серег, давай фирменный, я не знаю, звуковую подложку под Магомед Али. Каждый раз, когда он будет приходить к нам на стендап-шоу. Давай, так? Ты готов услышать меня? Все, друзья, давайте на этом закончим. Зашла шутка. Спасибо тебе большое, что пришел к нам. Спасибо большое. Ребята. Спасибо огромное. Друзья, ваши аплодисменты. Спасибо большое. Анастас Попов. Всем привет, всех с Днем Независимости. Поздравляю. Отличный праздник. А теперь, друзья, похлопайте те, кто ездит на метро.
Вот вы ездите на метро, да? А я 4 года учился в России и жил в городе, где нет метро. Поэтому, когда я в Ташкенте, я не езжу на метро. Я катаюсь на метро. То есть буквально, я освобождаю себе день, одеваю все красивое и спускаюсь в подземку. Мои друзья говорят мне, вот мы сегодня там были в клубе, отлично провели время, классно потанцевали. М-м-м. Я отлично провожу время, когда мне попадается новый вагон. А если я еще встал так, что вагон остановился передо мной, и дверь прямо вот рядом, прямо напротив меня, это лучший день в моей жизни, это просто фурор. У меня есть друг, который хорошо разбирается в парфюме, и он мне говорит, самый лучший аромат — Пако Рабан, но это который One Million. Я ему отвечаю, самый лучший аромат — это Милли Бог, но это который Бекяте. Я прям чувствую, что меня давненько не было в городе, потому что я отвык от нашей кипящей жизни, уже тут что-то строится, что-то меняется, все становится все лучше и лучше. Окончательно я убедился в этом, когда стоял недавно и ждал трамвай. Я закончил универ, и мама хочет, чтобы я уже поскорее женился. Она говорит, ты закончил универ, все, можно жениться. В такие моменты я обычно думаю, господи, спасибо, что ты придумал магистратуру. Но я в этом плане тоже не стою на месте, я знакомлюсь с девушками, да, иногда хожу на свидания. И парни, согласитесь, иногда бывают просто ужасные свидания. Вот у всех, скорее всего, было такое, что девушка приводит на свидание с собой подругу. Вот у меня было хуже, девушка привела друга. И она сидела и хвалила его, говорит, Леха круто танцует, Леха отлично рисует, Леха вкусно готовит. В этот момент я подумал, если у Лехи есть PlayStation, сегодня я поеду с ним. И знаете, жизнь-то хороша, то есть... Реально, мне все нравится. Вот сегодня, например, принимаю участие в съемках телешоу, да. Сегодня вот из дома выхожу, мама говорит, куда ты такой нарядный? Я говорю, да у меня съемки, стендап. Она говорит, ага, что ты врешь, опять на метро кататься едешь, да? У меня все, всем спасибо. Друзья, продолжаем. Встречаем аплодисментами Камол Файзулло. Здравствуйте, всем добрый вечер, как настроение, с праздником. Знаете, мне очень нравилась машина Nexia, потому что она крутая, красивая, надежная, всегда актуальная. Вот появился шанс, появились деньги, вот недавно купил Матис. Тоже нормальная машина, мне нравится. Но знаете, зато она новая. Ну, я так себе успокаиваю. И знаете, у всех есть стереотип, если у тебя Матис, значит ты таксист. Вот это меня бесит. Вот согласитесь, каждый из нас, когда останавливаем такси, если увидим Матиза, думаем, а стопудово остановится. Даже руку не буду поднимать. У меня тоже всегда так происходит. Вот вожу свою машину, кто-то останавливает такси. Прошел Спарк, он просто стоит. Прошел Nexia, он просто стоит. Проезжаю я, он провожает меня удивленным взглядом. Я заметил, в моем машине спидометр работает даже когда я еду в задний ход. Вот зачем она мне? Если я во время заднего хода буду смотреть спидометр, я по-любому врежусь в дерево. Единственный плюс — буду знать, с какой скоростью я врезался в дерево. Недавно, 1 августа, я тоже сдал экзамен для поступления в университет. И я понял, это такой период, то, что ты не учил 9 лет в школе, пытаешься выучить за последние 9 дней. Я вообще английский выучил за последние 9 часов. Не хочу сказать, что теперь я very well знаю английский, но моим предыдущим знанием это просто this is good progress. И знаете, вот пришел экзамен, там есть милиция, абитуриент и их родители, и медсестры. Медсестры для чрезвычайных случаев, но абитуриенты ими не пользовались, а пользовались их родители. Они сидят такие, ух ты, бесплатная медицина, давненько я свое давление не проверял. А одна женщина вообще требовала написать ей справку. И там были еще журналисты, и они подходят к родителям и спрашивают, ваше мнение про сегодняшние экзамены? Они такие, о, телевидение. Хочу передать привет своему сыну. Вот интересно, что она думала в этот момент? Калькулятор передать не получилось, хотя бы привет передам. Оператор, сюда.
Вот сижу по-своему, решаю задачи. Сзади меня сидит парень, у него желтая рубашка. Ну, раньше был белым. Он сзади мне шепчет: «Братан, помоги». Я говорю: «Не, не отвлекай. Братан, помоги, и дам 500». Смотрю на учительницу, а сама интересовался. Я говорю: «Не, братан, не отвлекай, не отвлекай. Дам 1000». А, ну ладно, помогу. А учительница: «Не, не, не отвлекай ты, я сама помогу». У меня все. Спасибо всем большое. До свидания. Это чистая правда. Я родился в День независимости, 1 сентября. И поэтому, да. И поэтому меня назвали Озот. Это значит свобода, свободный. И месяц назад я женился, и теперь я не Озот. Прошел только месяц, да, первый месяц вы не можете привыкнуть, то, что у вас есть теперь жена. Вы представляете, у меня есть жена, она там ходит по дому, там, незнакомая, просто девушка. Когда у меня спрашивают, я говорю: «Ну, это Мафтун, она с нами живет». Да. И часто женщины считают, что мы не знаем, но мы знаем. Например, то, что вы ждете, пока муж придет до 12 часов ночи, и когда он начинает открывать дверь, вы быстро ложитесь в постель и делаете вид, как будто вообще не ждали. Честно, но вы палитесь, когда вы просыпаетесь и такая бодренькая: «Ну где ты был?» Потому что когда женщина просыпается по-настоящему, она далеко не презентабельный вид это. Честно, помните этого одноглазого пирата? Я такой... Вот это. Первые 2 секунды она даже не пытается выглядеть красиво. Она типа такая: «Чё?» Просто. И я не ношу кольцо. Я не ношу кольцо, потому что я хирург. Я его могу там потерять, забыть, там под шкафом, под тумбочкой, под печенью другого человека. В Америке в честь городов, в честь районов дают имена своим ребенком, да, например? Вот, к примеру, Дэвид Бекхэм дал имя своему сыну Бруклин. И кто-то считает, что это прикольно. И будет круто, если и у нас так будет делать. Вот это не будет прикольно. Если у нас так будут делать, то у кого-то сына будет звать Урикзор. А дочь Хоракамыш. И я против того, то, чтобы давали именно в честь районов, городов, потому что аул, в котором я родился, называется Караманас, что в переводе означает «чернорабочий». Хама узыны каспидан келеп чыкып табрикларкен, шифокорлар, яни врачлар ханака табриклейді. Хайотыз глюкозадай ширым болсын, навакаиндек тынық болсын. Мезимсіз хазым, демидролсіз уйқу, диетасыз азықланыш тілаймыз. Көзіңіз рентген нұрлардай өткір болсын, юрагіңіз валидол көрмесін. Даромадыңыз капельницеде томып-томып тұрсын, дірге. Құрушылар, соғлығыңыз бетондай бақуат болсын. Пішкен ғыштай пішік болсын. Ешқашан 100-100 албастырға мұқтаж болмас. Yangi oilalarga tilagimiz, mehr-muhabbatingiz bir-biringizga moment kelayda yopishtirib qo'ysin. Sevganingiz hech qachon taxta bo'lib chiqmasin, der ekan. Bokschilar nima der ekan? Hayot zarbalari qanchalik qattiq bo'lmasin, og'zingizdagi kappa hech qachon uchib ketmasin. Urganingiz nokdaun bo'lsin, sokkaningiz nokaut bo'lsin. Uppercutingiz ko'tarib olsin, bakovingiz ag'darib olsin. Clinch holatiga faqat sevgan yoringiz bilan kiring. Rahmat. Futbolchilar qanaqa tabriklik. Hayotingiz maydondek tekis, kalinani boshidagi silliq bo'lsin. Boshlagan ishingiz darvoza ustunidek mustahkam bo'lsin. Chehrangiz sho'rtan darvozasidek ochiq bo'lsin. Qizil kartochka olmay, o'yindan tashqarida qolmay. Messini omadini, Ronaldoni daromadini, Zidanni qomatini tilaymiz. O'zimiznikilardan, futbolchilardan Раушан Ерматовтың матонатын тілейміз. Рахмат! Хамиша күлейбейлі. Ребят, мы продолжаем. Даниил Мусаилов.
Добрый вечер, всем привет! Слушайте, мы перед каждым выступлением, вот перед съемкой, все ходим на грим, конечно же, и вот после того, как заканчивается грим, все ставят роспись в журнале, что как бы все прошло нормально, мы загримированы, да? И все резиденты ставят две подписи, а я одну. Просто стараюсь за укладку. Слушайте, вот у девушек есть любимое платье. У всех девушек есть любимое платье, да? И вот очень часто они хранят это платье вот в шкафу. Оно всегда выстиранное, вот выглаженное, висит на вешалке, в сторонке, вот в целлофановом пакете, да? Вот так вот все завернуто и аккуратно, да? У мужиков тоже есть любимая майка, да? Вот любимая майка, и она всегда на нем. Он просто всегда в ней. Вот. И вы знаете, вот у девушек есть вот это любимое платье, и они обычно одевают его три раза в год. На день рождения, на Новый год, и посмотреть, влазят ли они в него вообще. И вот когда девушка выходит к тебе навстречу, на ней одето любимое платье, ты сразу это поймешь. Ты сразу поймешь, что на ней одето ее любимое платье, потому что она в нем выглядит сногсшибательно. Она выглядит в нем шикарно, да? Вот единственный случай, когда вы можете понять, что на мужике его любимая майка, это если он доест лаваш и не вытрет руки об нее. Не вытрет руки и скажет, слушай, это просто моя любимая майка. Это моя любимая майка. И вытрет руку об платье своей девушки. Об любимое платье своей девушки, да? Че ты орешь, ты все равно в него не влезаешь уже. А у меня есть подруга, и она очень толстая. Она прям очень толстая. И она не ходит на пляж. Она не ходит на пляж, потому что когда она выходит на пляж, ложится на песке, на лежаке, люди подбегают к ней с ведрами, с водой, начинают ее обливать и тащат в воду. Просто они думают, что кит выбросился, понимаете? Слушайте, а похлопайте те, у кого есть там парень, девушка, ну кто состоит в отношениях, да, вот, парочки, кто замужем, кто женатый, вот, похлопайте. Слушайте, вот у вас есть ваша песня? Вот ваша песня, да, что это такое? Вот у меня никогда в жизни не было нашей песни. Когда я со своей девушкой пытался найти нашу песню, мы расстались. Я просто хотел Whitney Houston, I Will Always Love You, а она хотела замуж. Просто понимаете, как может появиться наша песня, да? Она может появиться в том случае, если я со своей девушкой приду в дорогой ресторан, мы закажем дорогое шампанское, фрукты, к нам подойдет скрипач и сыграет какую-то бесподобно красивую композицию, и она станет нашей песней, да? Но посмотрите на меня, да, так же не будет. Да? Вот со мной она придет в Милли Таумлар. Она придет со мной в Милли Таумлар, я закажу себе порцию плова, ей половинку, ей с козы, мне с яйцом, ачичук, компотик, а потом пару палок шашлыка, сюзьмы обязательно, потом, может быть, еще шашлычка и что-то так кушать хочется. Спасибо большое, приятного вечера, приятного аппетита. Итак, встречайте, Herb Harris, Валентин Ким. Амига, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Мен исмим Валентин Ким. Бугунги стендап шоу сонимиз. Республикамиз мустақиллиги бағишланган. Шунинг учун мен рус тилида гаплашмоқчиман. Энди кўпроқ одам тушунсинглар. В общем, друзья, да. Всем еще раз здравствуйте, согласитесь, вот. Странно, когда кореец оправдывается, почему он говорит на русском, а не на узбекском, да? Слушайте, как я сказал, наш сегодняшний выпуск посвящен независимости нашей республики, да, это круто. На самом деле нам 26 лет, ребята, в этом году. 26 лет, этому можно поаплодировать. Это круто, это большой праздник, это радость для всех, кроме школьников. Каждый школьник 1 сентября закрывается у себя в комнате и тихо плачет. Серьезно, потому что завтра в школу, завтра первый звонок. Но на самом деле первый звонок — это тоже праздник, да, это линейка, это концерт какой-то, утренник, да. Я всегда завидовал девочке, которая в колокольчик звенит, потому что меня так никто никогда не катал на шее просто. Не, серьезно, я давно закончил учиться, ну, как давно, 2 года назад закончил университет. Кстати, хотел всех поздравить, всех поступивших в этом году, да, это очень круто. Но вот, слушайте, все абитуриенты же проверяли свои баллы по новому приложению, да, через клик, через, не знаю, какие-то сервисы другие, да. И вот каждый, кто проверил, на следующий день пошел в универ, да, и посмотрел,
сверил, правильно или нет. Просто... Серьезно, зачем вы это делаете, да? Чё ты ждешь? Вот, у тебя в смс-ке было написано, вы поступили на бюджет. Пришел, посмотрел таблицу. Я выиграл Spark? Что? Так должно произойти. Слушайте, сейчас все развивается, и вот, ну, телекоммуникации, все, вот, интернет, да, телевидение развивается. Наверное, все слышали, что Азатбека Назарбекова назначали директором телеканала «Йошлар», да? Все слышали? Поаплодируйте, пожалуйста, Азатбеку Назарбекову. Слушай, а вы слышали, что он ушел с этого поста? Он ушел, да? Он все правильно сделал, мне кажется. Все правильно сделал, потому что он четко осознавал, что телеканал не может закрыться на профилактику на целую неделю. А это когда-нибудь произошло бы, потому что бринче, икинче, учинче, туртинче, вабешинче ноябрь кунлара. Истекло санат сарайда. Озотбек Назарбек, яккехон концерты были вот это, да? Слушайте, знаете, мне на Facebook, на страничку мою регулярно пишут люди. И вот они иногда спрашивают, это вот реально ты? Или кто-то за Валентина Кима ведет страничку? Я думаю, я как бы не такая звезда, чтобы за меня страничку вели, да, это во-первых. А во-вторых, вот это странно, это вот они не так спрашивают. Один чувак написал, окей, профиль оригинал, ну? Я говорю, ю, под оригинал. Кто? Кормим сам? Да? Вот все же не любят вот этих людей, которые сыт, каймо утром говорят, да? Все не любят, да? Я избавился от них. Серьезно, я избавился. Не, не съел, конечно, не съел, но по-другому. Я их же оружием взял, да? Они стучат в окно, говорят, сыт, каймо, каймо. Я говорю, салат пигодику кси брать бы? Это моя точка. Хоть старые вещи покупай, я не знаю. У меня все, друзья, спасибо. Есть молодой человек, объявлять которого отдельное удовольствие. Тарас Касымбаров. Можно тоже шуметь. Поехали. Он сегодня немножко подбитый. Ребят, поаплодируйте сейчас. Просто добрый мало вечер, здрасте, привет! Тарас Касымбаров, да. Очень соскучился по всем, очень приятно всех видеть. С праздником вас, друзья, с праздником. Давайте поаплодируем, взбодримся. Перед съемкой нас собрал Камил Джалилов, говорит, ребята, надо на второй сезон, надо постараться, оденьте что-нибудь новое. Я вот как... Я постарался. И вот знаете, прошлые две недели я вот слышу только два вопроса, да. Вот когда кого-нибудь встречаю знакомых, ты что, руку сломал? Я уже отвечаю на это так, говорю, нет, у меня брат старший руку сломал, я просто все вещи за ним донашиваю. Второй еще более бесячий меня вопрос, братан, ты руку сломал, как ты так умудрился? Я говорю, да ты знаешь, выхожу из подъезда, навстречу сосед мой идет со сломанной рукой, я говорю, братан, ты как руку сломал? Он говорит, ну как тебе объяснить? Дай покажу. И обычно в этот момент он говорит, да это же неправда, что прям так и было. Я говорю, не веришь? Дай покажу. И вот недавно я был в кафе, оно было в виде корабля. И вот оно новое, и там было объявление, на бумажке написано было, требуется официант и официантка, певец и певица, уборщица и повар. Я ни на что не хочу намекать, но мне кажется, они собирают ковчег. Днем я работаю в больнице, а вечером я шучу шутки, выступаю в стендапе. Но вот с недавнего времени я перестал шутить в больнице вообще. Потому что вот не то чтобы, да, там я очень плохо пошутил, что-то не получилось. Нет, я слишком хорошо пошутил. Настолько, что один мой пациент похвалил меня перед главврачом. Говорит, подходит, говорит, Тарас ваш такой прикольный, я чуть не сдох. Но однажды, да, вот была ситуация, которая была еще хуже. Мы с ребятами недавно выступали, и вот в первом ряду сидела девушка на позднем сроке беременности. И вот она очень сильно хохотала.
И поэтому я вышел прямо вот с несмешными шутками, потому что я боялся, что на моем выступлении появится новый человек, новая жизнь. Вот. Что делать? Что я мог сказать, да, вот если бы это случилось? Поаплодируйте этому столику, там сегодня день рождения, вот. И, знаете, мне 29 лет — это такой возраст, когда надо заводить детей, вот прям уже пора, но я считаю, что я не могу, я не справлюсь. Это огромная ответственность. Меня бесят люди, которые этого не понимают, бесят такие родители. Недавно возле супермаркета стою, выходит женщина с коляской, у нее там ребенок, а она вдруг такая, просто оставила коляску и уходит. Ушла, понимаете, я подумал, вот что можно такое забыть, чтобы оставить ребенка в коляске? Через минуту она выходит со вторым ребенком. И вот знаете, вы все, наверное, уже столкнулись с таким замечательным примером успешного бизнеса, как мусорки во дворе. Да, вот там любой бизнес, там что только нет. Там моют машины, там стоянка машин, там можно сдать макулатуру, там купить что-то можно. У меня во дворе в такой мусорке они вытащили эти мусорные баки за мусорку. Потому что так им удобнее мыть ковры. Недавно я выхожу из дома, и начальник ЖЭКа орет на мусорщика. Что-то прям ругается. Я говорю, что вы кричите, что случилось? Он говорит, он второй этаж хочет. Мне кажется, однажды я приду вынести мусор, мне скажут, переобуйтесь. Я спрошу, почему? Теперь здесь боулинг. Вот. Есть одна вещь, которую я вспоминаю почти в каждом выпуске, она мне реально нравится. Это вот наше узбекское гостеприимство, потому что это, мне кажется, это профессиональная штука. Да? Вот есть где-то секретный факультет хорматологии, потому что... Замечали, да? Когда приходишь в гости к узбекской семье, там вот все отточено, да? Как будто ты попал под профессиональную группу захвата. Недавно я был у своего друга Шавката, захожу, там поздоровался, выходит его супруга, мы поздоровались, Шавкат смотрит на нее, вот это происходит все за одну секунду. Он смотрит на нее, она смотрит на него и делает вот так. И через минуту стол был накрыт. Все. Спасибо большое, приятного вечера. Все, это был праздничный выпуск стендап-шоу на телеканале Зор ТВ. Всем спасибо, пока. До новых встреч, пока-пока. Спасибо.